Уважаемый Алексей Логвинович, уважаемый Андрей Юрьевич, очень рад вас видеть. Приветствую вас. И хочу еще раз выразить нашу высокую оценку той работе, которая уже проделана в рамках трехсторонней рабочей группы, которая занимается открытием региональных коммуникаций, автомобильных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций. Вы знаете, настолько для нас важна эта тема, потому что когда мы придем к конкретным решениям, это изменит ситуацию в нашем регионе не только в экономическом, но и еще и в политическом смысле, психологическом смысле, смысле безопасности. И вы знаете, насколько мы заинтересованы, чтобы прийти к конкретным и позитивным результату по этому поводу. Мы продолжаем нашу интенсивную работу. Во время моего официального визита в Москву это была одна из ключевых тем нашего обсуждения с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И я очень рад, что по этому поводу мы зафиксировали наши общие подходы, наши общие позиции. Что касается дальнейшей работы по этой теме, эта тема имеет техническую сторону, которой, я думаю, что не очень сложно. Но чтобы у нас были конкретные и эффективные решения, нужно решить все юридические вопросы, процедурные вопросы, которые не только помогут нам быстро прийти к конкретным решениям, но еще и эти решения станут более обоснованными и более сильными, если можно так сказать, и механизм будет эффективно работать в долгосрочном плане. Я уверен, что все мы настроены на такую работу. Еще раз хочу поблагодарить вас, Алексей Логвинович, Гера Гербертовича, за ту работу, которая уже проделана. И я надеюсь и уверен, что в дальнейшем тоже будет эта работа эффективна. Просто уже нужно как можно быстрее прийти к конкретным решениям. Уважаемый Николай Валерьевич, большое спасибо, что нашли время принять нас с Андреем Юрьевичем. Действительно, совсем недавно мы с вами виделись в Москве, вы были у нас с официальным визитом, посетили Москву и Нижний Новгород, и целый ряд было встреч и с Владимиром Владимировичем, и с Михаилом Владимировичем, и с Валентиной Ивановной Литвиненко. И по результатам встреч наши профильные министерства получили задачи, и мы над ними работаем. И я хочу сказать, что очень важный момент, который вы, на котором вы заостряли внимание во время вашего визита, это то, чтобы полностью снять все ковидные ограничения. Сейчас оперативный штаб принял такое решение, 16 мая все будет снято, и можно будет и по земле ездить, и по воздуху. То есть вот эти все вопросы, которые действительно сдерживали контакты между нашими странами, они сегодня снимаются. Ну и кроме того, конечно же, по продовольственной безопасности мы с вами решали целый ряд вопросов. Это в сегодняшнем контексте очень важно. И мы готовы и дальше в таком же ключе продолжать сотрудничество, развивать его. Сегодня, конечно же, по трехсторонней рабочей группе хотелось бы поговорить. И мы целиком и полностью разделяем ваши оценки важности налаживания транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. И действительно, когда это произойдет, то это полностью изменит всю транспортную конфигурацию региона. И действительно совершенно новые возможности откроются для того, чтобы экономика Армении развивалась, получала дополнительный импульс. В значительной степени возрастет значение Армении в этом связи. И здесь, конечно же, мы прилагаем максимум усилий и вместе с Нигером Гербертовичем, и с Шахином Абдуллаевичем Мустафаевым для того, чтобы эти вопросы решить.
И, как вы правильно говорите, конечно же, очень важны юридические решения и процессуальные решения.